Самостоятельно добраться до поликлиники для пенсионеров, живущих за пределами города, практически непосильная задача. Многие не мечтают, что смогут приехать прямо к крыльцу лечебного учреждения. А Лидию Василевскую и еще двоих представителей старшего поколения из развилки с ветерком доставили видные на осмотр к профильным специалистам. Когда получится кардиолог, лор и невроэндокринолог еще. Мы все на одном этаже, а мне 89 лет, тяжело ходить. Ну хорошо, что машину дали. В рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального «Старшее поколение» в Ленинском городском округе вот уже год производится доставка жителей сельской местности в поликлиники и лечебные учреждения. Услуга пользуется большой популярностью. Для этой доставки у нас выделено нашим Министерством социального развития две машины. Одна машина с подъемником для колясочников, плюс 7 мест сидячих. Вторая машина 16-местная. В поликлинику ежедневно обращаются десятки представителей старшего поколения. И в основном это горожане. Теперь такая возможность стала более доступной и для других жителей муниципалитета. Зачастую пациенты и маломобильные, и возрастные не могут получить ту или иную медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь в связи с отдаленностью от центральной районно-клинической больницы, от центральной поликлиники. Здесь у нас в поликлинике есть все специалисты, все необходимое обследование, которое данная категория граждан может получить. Помимо поездок в поликлинику и другие лечебные учреждения, социальные работники используют спецтехнику для доставки средств первой необходимости. Вся работа осуществляется по заявкам. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.